Я гляжу на костер, не сбежали изречения, обступающие с недовольными надо мной. Слишком мало тепло, но хватает припасов хлеба, и невидимый ветер по новым идет стороной. Как бы ночь скоротать, правда можно подумать о жизни, беспокоит случайно, как ворох листков на столе. Вот уж скоро рассвет мне в лицо светлым яблоком брызнет, и янтарною капель замрет сосновом стволе. И хоть днем предыдущим изрядно натружены ноги, вновь погатят по почкам нелегкую душу нести. Кем я стану тебе рукотворным костром дороги или жадной стихии, сметающейся на пути? Кем я стану тебе рукотворным костром дороги или жадной стихии, сметающейся на пути?